Ну, по сути, подставил, потому что тот кое-как мяч успел выбить, хорошо, реакция не подводит. Но Белгороду это очередное очко стоило, и вновь сорванный прием. И блестящая игра Сергея Гранкина. При этом мы знаем, как он умеет. Динамо не было по цифрам самой грозной подающей команды в этом чемпионате. Там за пределами.